Очередное чествование Даниила состоялось в санатории имени Орджоникидзе. Именно здесь юному сочинцу и предложили пройти оздоровление. Чтобы поздравить юношу с победой в телепроекте «Голос дети», в городе уже выстраивается очередь. Сегодня за стойкость духа, волю к победе, талант и веру, что невозможное возможно, Даниила Плужникова поблагодарили в рамках благотворительной программы «Сокровища культуры нации». Здесь ему вручили сразу два сертификата на отдых в курортном комплексе и денежный сертификат от благотворительного фонда «Наследие». Сами же горожане отмечают, Даниил – особая гордость для Сочи. Если для всей страны Даниил стал звездой после проекта «Голос», то в городе Сочи это, конечно, очень известная личность. Это воспитанник наших музыкальных школ, музыкальной школы номер 3, музыкальной школы номер 4. И, конечно, это один из лучших воспитанников и победителей, лауреатов «Золотого петушка». Это проект Лиги женщин Моздобра, который существует в городе Сочи уже очень много лет и объединяет звезд эстрады и детей с инвалидностью. Я уверена, что все участники «Золотого петушка», они искренне рады за Данилу и хотят на него равняться. Души зрителей и слушателей Даня тронула и сегодня, исполнив еще одну песню из своего репертуара. В гостях хорошо, а дома лучше, отмечает Даниил. Сейчас его главная задача – это учеба, говорит. Главное – закончить школу. Но вместе с тем у юного певца есть планы и проекты, которые он мечтает реализовать. Мечтает и о концертах с гастролями. А пока своим главным достижением Даниил считает то, что благодаря ему многие ребята, и не только особые, воспряли духом. Нам пишут многие с папой, что моя дочь или сын посмотрели на тебя и пошли петь, вдохновились с тобой и пошли туда, то. И, конечно, это не может не радовать. Очень приятно. Меня, конечно, радует атмосфера, которая, дружелюбная атмосфера, которая вокруг меня. Недружелюбная, теплая атмосфера, которая вокруг меня создается. Теплую атмосферу вокруг себя Даниил Плужников создал и сегодня. За фото и автографами поклонники выстроились в очередь. Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.